Добрый день, уважаемые слушатели. Начинаем наш вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – это 1С-ERP, система прослеживаемости от сырья до выпуска продукции с учетом серий и сроков. Итак, как же в ERP отразилась система прослеживаемости учета по серии и срокам? Для начала стоит оговорить, что в системе наблюдаются настройки функционала, в которых как раз-таки и выражена серия товара. Чтобы настроить программу, необходимо зайти в раздел NCE и администрирование, найти раздел учета и нажать галочку серии товара. Что это нам даст? Нам это даст возможность настроить приобретение и выпуск продукции в разрезе серий и сроков. Также для того, чтобы номенклатура отражала все возможные варианты серий и сроков, нам необходимо настроить вид номенклатуры. Вид номенклатуры настраивается в разделе NCE и администрирование, раздел номенклатура. Можно посмотреть создание номенклатуры, каким образом отражается политика, которую в дальнейшем мы будем учитывать в движении по товарам. Для этого перейдем в раздел NCE и администрирование, номенклатура. И обратимся к созданию вида номенклатуры. Это уже мной было сделано. Сейчас я могу показать основные настройки, каким образом здесь сделано. А далее посмотрим, что можно дополнительно настроить по сериям и срокам. Благодаря тому, что мы активировали функционал именно серии, здесь у нас появилась вот такая возможность настройки по серии. И далее, незаметная, но тем не менее очень нужная строчка, серия идентифицирует. Здесь определяется, что идентифицирует серия. Она может определять либо партию товара, либо экземпляр товара. Что это означает? Экземпляр товара при приемке, допустим, множество товаров в одном приеме, мы можем идентифицировать каждый отдельную единицу товара отдельной серией и сроком. Или же партию товаров совместно. Здесь мы можем ставить галочки «Определить серий, номер, срок годности и дата производства». Что означает дата производства? Это дает нам возможность при приемке сырья и материалов определять дату входа сырья на нашу продукцию, на наше предприятие. В дальнейшем это будет рассмотрено подробно, пока просто общий обзор. Далее мы можем настроить политику именно по складам и кладовым. Но давайте все-таки рассмотрим, что такое политика настройки учета серий и сроков. Обратимся непосредственно к примеру. Нам программа предлагает варианты. Рассмотрим каждый из них. Первый вариант – это справочное указание серий. Что же такое? Конечно же, можно прочитать это и в программе. Нажимаем на вопросик, и программа нам выдает вот такую вот справочку. Здесь в справочке у нас указывается, что подразумевает под собой именно вот это название – справочное указание серий. Здесь общими словами, в принципе, понятно все написано, но
Мы не знаем, что это обозначает в жизни. Можем, в принципе, рассмотреть пример, можем общими словами рассказать, но именно первый вариант политики, справочные указания серии, подразумевает собой только то, что мы можем принять сырье, товар, материал, идентифицировать серию справочно, но далее никуда это не идет. Для чего это нужно? Ну, допустим, это нужно именно для того, чтобы предприятие знало, от кого что поступало. Только для собственных нужд. Ну, допустим, приобрели стул такой-то серии. Стул оказался сломанным, вернули непосредственному продавцу, изготовителю именно по этой серии. Мы можем доказать, что мы приобрели именно по этой серии. Далее. Что значит политика? Авторасчет по ФФО остатков серии. Здесь одинаковый функционал, в принципе, написано те же самыми словами, только единственное, что еще можно просмотреть, это в отчете остатки товаров по срокам годности. Что означает это в жизни? Это означает, что мы можем как бы производить, конечно, просмотр в разрезе движения по срокам годности и сериям, но не можем оформлять продажу, именно указывая сроки годности, потому что в части большой это реализовано в розничных магазинах. Не всегда и практически никогда покупатель не берет товар с истекающим сроком годности, он берет более свежий. Поэтому здесь это невозможно проследить. Это идет чисто номинальная информация. Да, вход можно проследить, но выход уже невозможен. Дальше. Политика управления остатков по сериям. Что же это означает? Это означает, что можно вести учет остатков в разрезе серии сроков годности, но здесь программа при реализации либо при перемещении в производство не предложит вам выбор именно с истекающим сроком годности сырье. Оно вам предложит общую сумму, общее количество, но без выбора. Это мы можем уже применять в движении. Здесь мы можем прослеживать, в принципе, и видеть движение по срокам и сериям, но мы здесь не можем выбирать. Что означает политика управления по ФФО остатком серии? Это более распространенная политика. Мы, устанавливая эту политику, можем вести учет в разрезе прихода, движения, перемещений и списывания в производство сырья и материалов. Здесь нам также программа предложит выбрать материал и сырье с истекающим сроком годности. Эти все политики, вышеназванные, применяются в основном в складском учете. Но есть еще одна политика, учет себестоимости по сериям, которая предполагает вести сквозной учет себестоимости в разрезе серий. Ну, при этой политике мы можем уже прослеживать и указывать серии и сроки годности в любых документах, проходящих внутри предприятия. Но сегодняшняя тема у нас именно вход и выход, то есть мы отслеживаем процесс приобретения, изменения сырья и выпуск, поэтому мы будем применять управление по ФФО остаткам серии.
Дальше мы рассмотрим с вами именно, каким образом материал и сырье поступает к нам на склад и каким образом мы можем определить серию и срок годности. Опять обратимся к базе. Здесь мы уже учли, зарегистрировали. Причем, какой же выбор нам предлагает программа? Мы можем указать в номере серии серию производителя. Если таковой имеется, мы можем сгенерировать номер, мы можем определить номер сами. Если, допустим, на предприятии и ведется реестр серий и сроков. Вот здесь как раз видно дата производства. Здесь мы проставляем дату и знаем, с какой даты, до какой даты годен данный продукт. Вот именно эта дата определяется вот этой вроде бы как бы незначительной, но очень нужной галочки. Итак, к нам поступило сырье. К нам поступило сырье. Мы определяем серию и номер. Сырье нам поступило. Допустим, предприятие имеет свой реестр серий. Определили по номеру реестра, поставили серию, определили дату, приняли. Как же понять, какой же срок годности есть? У нас есть дата от, но мы не знаем, какая дата до. Обращаемся опять в номенклатуру. И здесь при создании мы можем ввести срок годности необходимый либо по рекомендации производителя, либо уже по рекомендации наших технологов. Допустим, мы производим сыр и сметану. Нам необходимо молоко, которое годно 15 суток, или закваску, которая годна там 15-10 суток. Таким образом, при приемке товара, сырья, материалов, мы определяем сырье и сроки годности. Далее, небольшое отступление. Для того, чтобы сейчас проследить процесс управления, перехода материала от сырья до готовой продукции, нам необходимо сделать мелкие настройки. Делается это для того, чтобы в автоматическом режиме мы могли с вами перебрасывать именно сырье и материалы, необходимые для выполнения задачи. Мы с вами не будем сейчас строить план продаж и план производства, мы будем пользоваться заказами перемещения и заказами потребностей. Для этого нам необходимо сделать настройку схем обеспечения, поддержки запасов и формирования заказов по потребностям. Обратимся к программе. Что нам необходимо? Для начала мы формируем заказ потребностей на склад готовой продукции. Именно через возможность формирования заказов по потребностям мы можем сделать это в автоматическом режиме. Вот таким образом заказ у нас формируется, но чтобы заказ у нас формировался, мы должны также создать именно, что нам необходимо будет заказывать. Это мы можем сделать в разделе «Настройка поддержания запасов». Здесь определяется, что именно необходимо нам приобрести, нам произвести в какой-то момент. Определяется это политикой настройки поддержания минимального и максимального запаса.
по экспертным либо по спросовым каким-то обоснованиям экономическим. То есть далее мы можем также настроить кладовую изготовления, сколько нам необходимо переместить товара для изготовления данной продукции. Ну и, конечно же, мы можем сделать такие же настройки для сырья склада. Когда у нас есть эти настройки, у нас дальше можно настроить схему обеспечения движения материала. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы знали, откуда, куда, какой материал должен переходить, в какие сроки. Допустим, на склад сырья нам нужно приобретение. Такую схему обеспечения мы здесь и настраиваем. А уже на склад изготовления, на кладовую цеху изготовления, мы уже настраиваем способ обеспечения перемещения. Вот таким образом программа понимает, куда что и в каком количестве необходимо переместить. На основании формирования заказа по потребности формируется автоматический заказ на перемещение, автоматический заказ на поставщику, на приобретение и... Далее мы можем уже планировать с вами выпуск продукции. Сделав заказ от склада готовой продукции, мы получаем с вами заказ на производство. Заказ на производство был уже ранее создан. То есть нам, допустим, надо выпустить сметану и сыр. При выполнении заказа надо обязательно поставить статус к производству. Таким образом, наш заказ автоматически попадает в рабочее место управления очередью заказов производства. Далее мы формируем структуру заказа. И можем уже через формирование структуры заказа, здесь формируются этапы, приступить к выполнению. А выполнение у нас достигается путем диспетчирования этапов. Таким образом, мы с вами увидели, где участвуют в приемке серии и сроки. Закончилось небольшое отступление по поводу настройков перемещения и поступления материалов. Сейчас дальше будем просматривать именно сроки и серии прослеживаемости уже в изготовлении. Для того, чтобы нам изготовить, мы опять же должны идентифицировать молоко, закваску, то есть сырье и материалы. У нас кладовая определена, сколько кладовой должно уходить на производство. Таким образом, мы можем заполнить обеспечение, сделать действие к отгрузке. И таким образом мы увидим, что программа у нас запрашивает серию и срок годности. Мы можем с вами это увидеть, что может предложить нам программа. Она нам предлагает... Ближайший выбор поступлений – это 17 число, то есть здесь срок годности кончится быстро, поэтому программа предлагает использовать именно этот материал, сырье. Да, согласимся. Также в закваске мы видим также, что программа нам также дает выбор из различных поступлений. И здесь нам необходимо, возьмем последние вот эти 10 штук. Мы можем выбрать эти 5, которые у нас здесь остались, и эти 10. Разбить по 5 и возьмем 10. Возьмем 10. Таким образом, программа
определила нам именно то, что необходимо выбрать. Проведем. Для того, чтобы увидеть движение, мы можем воспользоваться ведомостью движения товаров с разными складами. Ведомость нам показывает, где какое движение идет. Допустим, поступление было на склад сырья, перемещение на кладовую цеха и, соответственно, уже потребление материала в процессе производства. Но сейчас мы увидим, движение здесь увеличится после того, как наш этап будет завершен. Проводим этап и смотрим заново, что же тут происходит. Можем также установить детализацию. И здесь мы даже видим документ, в котором это все проходит. Вот 1.4.1, закваска под серией 0.05 от 19 ушла в количестве 20 штук. Также у нас есть отчет по остаткам товаров. Мы также можем его посмотреть. Здесь нет движения, здесь просто именно фиксируются остатки. Ну и, соответственно, нам надо сделать с вами выпуск. А выпуск у нас сметана. Сметану мы сейчас с вами в ведомости не увидели. Увидели. Смотрим, есть ли у нас накладная. Нет, все провелось в автоматическом режиме. То есть, настроив в программе политику и настроив в программе движение материалов, документов, мы можем это ускорить и сделать довольно-таки быстро. В презентации выделены основные части, каким образом можно осуществить данное движение и в каких моментах мы должны отразить движение. Так, получается, что мы с вами отследили поступление сырья, мы с вами увидели движение в производстве сырья, и мы увидели с вами именно выпуск готовой продукции. Давайте отвечать на вопросы. Так, если сейчас удобно вернуться к политике учета серий, давайте я вам еще раз покажу, где политика должна описываться в программе. И да, вот смотрите, вот эта вот политика, где описывается, что каждая политика обозначает, находится она в справочнике, называется справочник «Политика учета серий». Войдя в нее, в справочник, вы увидите вот такой перечень, который уже, в принципе, есть в программе. Вы можете создать свой и можете на примере одного просмотреть, что обозначает каждая политика. Так. Формирование накладных и ордеров в них. Формирование накладных и ордеров мы должны учитывать не то, что я сейчас показывала, управление по ФЭФ остаткам и сериям, а должны применить уже другую политику, учет себестоимости по сериям. Таким образом, мы можем посмотреть, что значит настраивание политики по себестоимости
что это такое. Вот, учет политики по себестоимости. Автоматически здесь программа учитывает уже все настройки. Здесь дополнительно ничего не надо настраивать. Ну, с учетом того, если вдруг у вас есть товары в пути. Она автоматически у вас будет уже прописывать в каждом документе, в который вы будете проводить, предполагая выбор серий и сроков. Попробуйте сделать пример с указанием серии не на этапе, а на операции внутри этапа. Хорошо? К сожалению, сейчас я вам это показать не могу. У меня программа не настроена для того, чтобы выполнить именно в операции. Так, покажите настройки учета серий для материалов, используемых в сметане и сырье. Сметане и сырье. Или сырье. Сырье, сырье. Давайте. Вот готовая продукция. Мы можем посмотреть это по виду номенклатуры. Здесь настройка ничем не отличается. В принципе, она такая же абсолютно, как и в сырье. То есть готовая продукция и сырье может не отличаться. Мы используем также номер серии, срок годности, дату производства. И также добавляем склад, в котором будет учитываться какая-то политика. Ничего страшного. Хорошо. То есть мы можем политику настроить именно по складам отдельную. Где-то у нас может наблюдаться просто просмотр серий сроков без учета движения. Где-то мы можем настраивать именно не складской учет, а финансовый учет. Где-то мы можем настраивать просто как бы авторасчет. То есть мы можем это видеть и чисто номинально программа будет показывать сроки и серии, но не вестись в фактическом варианте. То есть мы можем настроить и склады, и, в принципе, по виду номенклатуры в целом, либо же внутри настройки, либо же как бы в номенклатуре в целом. Так, закваска у вас на всех складах одинаковая. В плане учета серии мы можем обратиться опять же в ведомость и увидеть, что закваска у меня, в принципе, она приходила разная. То есть она 0,05, 0,20, 0,40. И также она здесь есть 0,05, 0,20, 0,40. То есть она разная. В данном примере политика учета серий одинаковая. Нам надо было проследить движение материалов сырья от прихода до готовый выпуск, до производства готового продукта. Я выбрала именно движение по управлению по ФФО, поскольку она в подавляющем варианте показывает основные настройки программы. Серии мы определяем либо сами. Так, видимо, не было видно, да? Давайте посмотрим. Вот здесь мы можем видеть определение серий и каким образом они могут быть здесь. Для примера давайте просто создадим новый документ. Вот здесь серии у нас не определены.
мы можем указать серии путем генерации, либо путем ручного ввода. Ручной ввод может быть идти по реестру предприятия, либо же именно отражать серию производителя. Ну и, соответственно, дату мы здесь ставим. Автоматически определяем срок годности до. И нам также определить надо, сколько штук из партии мы определяем по этому сроку и годности. Сроку годности и серии. Ну, допустим, 9 с вами определим, а 1 не определим. Таким образом, здесь нам надо ставить 9, а здесь 1. Вот здесь вот 9, все хорошо. А здесь мы ставим с вами 1. Программа автоматически убирает партию товара, мы не можем менять. То есть мы должны партию товара полностью указывать 10 штук поступления. Разбили, но серии и сроки остались прежними. Здесь мы можем также определить. Да, есть еще один замечательный момент, который можно здесь указать. Мы с вами имеем возможность записать серию и срок в штрих-коде, распечатать и наклеить на продукт. Каким образом это происходит? Вот, в этом штрих-коде у нас зафиксирована информация серий и сроков годности. Имея торговое оборудование, мы можем также определить товар по штрих-коду и узнать, какой серии, какой срок годности. Так, вопрос. К примеру, отчет по выпущенной сметане, что в какой-то использовались какие-то серии закваски, а в какой-то сметане другие серии закваски. Это у нас есть отчет по выполненным этапам. Задание на отбор. Здесь мы можем, конечно, выбрать, что откуда выбиралось. Но что где использовалось, то есть это уже идет рецептура. Предполагается ли к выбору партии с истекшим сроком годности? Предполагается. Но срок годности вы, соответственно, конечно, уже видите. И в ведомости по товарам вы также увидите истекший срок годности. Здесь можно... Давайте попробуем приобрести товар с истекшим сроком годности. Допустим, сыворотку определим. И намеренно введем срок годности. Измененный. То есть давайте введем срок годности вчерашний. Вот вы обратите внимание, что мы увидели остатки товара по срокам годности, и нам программа дает, что мы имеем на складе негодный товар. Итак, для того, чтобы использовать политику учета, нам необходимо с вами определиться, в каком варианте вы хотите его использовать. Только в складском учете, прослеживая это,
это может быть необходимо для непосредственно не производственников, а для сети розничной торговли или оптовой торговли, где мы просто перепродаем товар. Для производства нам необходимо, конечно же, наверное, учитывать политику себестоимости по сериям, использовать их, ее во всех финансовых моментах. То есть мы можем видеть и в накладных, и в ордерах номенклатуру с учетом серии сроков именно только с использованием политики управления остатками серий. Так, вопрос выше, наверное, относится к обеспечению этапа. Там покажется эта партия с истекшим сроком. Обеспечению. Обеспечение у нас происходит на этапе потребности. Вы имеете в виду, если мы на складе имеем истекший срок, будет ли перемещаться данная позиция в производство? Так, настройки складов не показали особенность ордерных складов. Да, я не показывала особенности ордерных складов и каким образом там движение происходит. Для этого нам необходимо создать ордерный склад. Мы можем, конечно, это сейчас и с вами отрепетировать. Тогда создадим с вами ордерный склад. Статусы не хотелось бы использовать. Будет долго. Ордерный склад. Без разницы. Так, и давайте сделаем тогда вступление, опять же. Так, делаем с вами поступления небольшие. Молока будет достаточно. Определим количество, цену, серию, срок. Проведем. Да, здесь надо изменить склад. Меняем склад, делаем переход.
Мы видим, что здесь у нас попадает в приемку. Создаем ордер. Видим здесь товар, видим количество. Знаем, сколько надо оприходовать. Серия здесь не указывается, потому что она идет в автоматическом варианте. То есть мы здесь серию именно приходуем, ту, которая у нас есть в намерениях о приходе, то есть в приемке. Определяем. С этой учетной политикой мы не увидели серию. Тогда нам необходимо поменять политику на учет себестоимости по сериям. В дальнейшем, чтобы увидеть серию. Мы создадим еще одну номенклатуру. Создадим вид номенклатуры. Укажем, что мы хотим видеть. И укажем, в каком складе что отражается, какая политика. Здесь нам предлагаются варианты выбора. Нам нужна как раз вот учет себестоимости по сериям, мы ее и указываем. Сохраняем. Создаем дополнительную номенклатуру. Определяем единицу измерения. Это не обязательно в данном варианте, но сделаем. Таким образом, у нас есть молоко 2 с учетом политики себестоимости по серии. Далее мы пробуем опять сделать приемку на ордерный склад. Давайте быстренько это сделаем. Так, вот определенный ордерный склад. Добавим с вами номенклатуру молоко. Будет одноименная номенклатура. Укажем серию, сгенерируем ее, определим дату. Увидели ее, провели.
также увидим, что появилась здесь как раз вот наша еще одна номенклатура. Создадим ордер. И видим, здесь серия и срок не идентифицируются. То есть для того, чтобы увидеть серию в движении по финансовым документам, по движению ордерному складу, нам нужно учитывать политику себестоимости по сериям. Таким образом, мы можем проследить движение. А выше названные политики, такие как справочные указания серии, авторасчет ФЭФа, управление остатков серии и управление по ФЭФа, это все касается складского учета. Да, мы можем видеть, прослеживать, но движение каких-либо накладных в ордерном складе мы этого не увидим с вами. То есть учет по сериям работает и без ордеров. Учет по сериям работает и без ордеров, и с ордером. Но надо иметь вот именно знать различие, что одна политика учитывается в разрезе себестоимости, все остальные в разрезе складского учета. Можно показать пример с политикой серии. Да, вот как раз я ее и показала. Учет себестоимости по сериям. Мы ее увидели, и в дальнейшем, если мы сейчас будем делать пример, мы увидим ее в себестоимости. Нет, они не поставляются в рабочей базе, они создаются. База продается абсолютно пустой и настраивается под вашу фирму. Допустим, у вас учет, исходя уже из деятельности вашего предприятия, да, вот, Сергей, я вам отвечаю, исходя из деятельности вашего предприятия, каким образом должны настраиваться серии, если у вас просто торговая точка, да, розница, опт, неважно, и вам нужен просто складской учет, вы можете использовать вот эти четыре вышеназванных и настраивать именно под себя, на какие склады, может быть, у вас чисто номинальный должно быть, тогда должен быть авторасчет. Если же у вас производство, то да, вам надо настраивать учет себестоимости по серии. А вы это имеете в виду, да, выбираем, да. Сами политики, они есть. Процедура описана внутри программы, каким образом, какие документы должны отражаться. Но есть выбор просто, выбор именно, какую политику вам необходимо выбрать. Хорошо, давайте я прочитаю ваш вопрос еще раз. На самом деле, надо ли создавать эту политику? Политика уже создана в 1С, ее необходимо правильно применить. Правильно применяется она, исходя из того, с чем вы занимаетесь. Если вы занимаетесь перепродажей, это один вариант. Если вы занимаетесь производством, это другой вариант. Для перепродажи, там, опт, розница, вам необходимо складской учет в сериях и сроках. Для этого вам необходимо выбрать одну из четырех политик. Это справочное указание серии, авторасчет по ФЭФО, управление остатками серии и управление по ФЭФО остатками серии. Если вы производственник, то вам надо учет по сериям себестоимости. Надеюсь, сейчас я вам ответила на вопрос. Так, понятно, вы производственник. Если вернуться к этапу
Производство. Ну, тогда этап создан и перешел в производство. Вы перевели материал в состояние отгрузить и потом выбрали серии для закваски молока. Покажет ли там просроченные партии? Вы увидите там именно срок поступления и годность. Давайте еще раз с вами посмотрим. То есть просрочку, да, он как бы красным вам выделять не будет. Так, это, да, это, к сожалению, это складской учет. То есть мне надо посмотреть именно политику по сериям, по себестоимости. Будет ли у нас здесь отражаться просроченная продукция? Вы, скорее всего, это хотели узнать. Для этого нам с вами надо сделать потребность в производстве. Давайте не будем сейчас идти через заказ, а просто сделаем заказ на производство новый, без потребностей, чтобы быстренько увидеть. Так, вот мы сделали заказ. Сейчас посмотрим, поставим ордерный склад, сделаем приемку с ордерного склада и увидим с вами, что покажет нам программа. Сформировать. И этапы. Так, ордерный склад надо закончить. Так, размещение есть на ордерном складе. Теперь с вами посмотрим. Вечер. Давайте поменяем прямо здесь склад. Он видит, да, какой-то есть у нас. И смотрим, что здесь. Нет, с ордерного склада он тоже серии внутри изготовления не ставит. С вами мы это уже увидели, убедились. Так. То есть контроль как бы серий и сроков должен быть на уровне кладовщиков. Так, и отчет по входимости конкретной серии материала в готовую продукцию. Смысл серии Ж и для поиска виноватого после факта производства. Вы этот отчет не стали показывать, вернулись к этапу. И оттуда печатную форму потребностей этого плана. Это не то. Так, не совсем поняла ваш вопрос. Поиска виноватого. То есть у вас вопрос в том, если вдруг произвели продукт из сырья с истекшим сроком годности. Как найти виноватого?
показать партии готовой продукции, выпущенной из киши сметаны, к примеру. Ну вот сейчас мы с вами посмотрели, да, что при применении ордерного склада, даже при том, что мы имеем здесь наличие сырья, программа не требует от нас указания серий. Поэтому все-таки я предлагаю для того, чтобы использовать и видеть сроки годности из серии, использовать политику по управлению ФФО остатками. Там мы хотя бы видим серии и сроки и можем выбрать именно соответствующие сроки. Любовь, на обычном складе пробовать? Да, до этого у меня был создан обычный склад. Это вот Сергей попросил сделать ордерный склад. На обычном складе все проходит... с использованием политики управления по ФФО. Давайте просмотрим настройки складов. Вот склад сырья, он абсолютно простой. Это не ордерная система, да? Он абсолютно простой. И также кладовая изготовление абсолютно не ордерная. То есть изначальный пример я делала на простом складе, не ордерном. Как получить и себестоимость по сериям, и прослеживаемость, из каких серий, из каких серий состоит готовая продукция? Так, из каких серий готовая продукция? Ну, мы создаем с вами продукцию, да, она создается как новую, мы присваиваем ей серийный номер. Из каких оно создается, можно посмотреть в отчете. Так, производство. Давайте посмотрим отчет выпуска продукции готовой. Да, здесь не указывается серия, не указываются сроки, не указываются составные части. Людмила, вам, скорее всего, надо какой-то отчет по разузлованию. То есть данный отчет предполагает вот именно составляющую часть готовой продукции. Но это мы можем увидеть только в спецификации, то есть из чего состоит наша продукция. Да, у нас есть как бы отчет по себестоимости. Вряд ли мы сейчас его увидим. Закрытие месяца я не делала. Себестоимость у меня не закрыта. И на данный момент мы с вами этого отчета не увидим. Это, скорее всего, будет отчет именно по анализу себестоимости. Коллеги, наше время истекло. Я надеюсь, вам была полезна эта информация. До свидания.